Пойдем, приятель. Это будет миссия под прикрытием. Не говори, что испугался. Нет места безопаснее, чем темная улица. А! Всего лишь славная детская игрушка. Согласен, это уже перебор. Тупик! Наконец! Был рад знакомству, бадди! Ты нас напугал, милый пупсик. Буп! Никакой я не пупсик! Понял. Меня зовут мистер Фэнк, и я обречен на муки от своих больших глаз и пушистого тельца. Зачем вы пришли? Вы должны помочь нам спасти парк. Здесь есть все, что нам нужно. Да! Но мэр решил сравнять его с землей. Кому нужны эти деревья, когда можно построить парк развлечений? Они уничтожат наш дом. Плохой знак. Понимаете, мы все животные и должны помогать друг другу. Будем действовать сообща. Если хотим помешать мэру и его людям... Пошел! Избавьтесь от белок. Придется постараться. И что же нам делать? Постараемся выжить. Попробую. Но обещать точно не стану. Порознь, мы невелики, но вместе мы гиганты. Катись! Я сказала, катись! Что ты творишь? Катись! Я не умею. У меня нет профильного образования. Покажем им, парни! Я орудие мышиного поражения! Догнать! Паршивые грызуны думают, что могут остановить меня. Что ж, будет весело. Забыл предупредить, не зови его пупсик.